Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как сделать акварельный дизайн на ногтях. С вами компания Ника Нагель, и мы начинаем! Пишите вопросы под этим видео, и мы обязательно ответим на них. А также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видеоролики. Для создания дизайна в акварельной технике мы будем использовать набор акварельные капли. Набор представлен в двух вариантах, каждый из которых содержит по 6 классных оттенков капель и специальный матовый топ. Для начала покроем тип с белым гель-лаком «Королева номер 1» и нанесем матовый топ. Сделаем прорисовки с помощью геля для жестовской росписи и фольги. Кисть я использую под номером 0003. Для работы с акварельными каплями отлично подойдет кисть для акварели. Возьмем 3 оттенка капель и начнем раскрашивать наш рисунок. Все дизайны перекрываем финишным покрытием бриллиант. Это поможет сохранить мокрый зеркальный блеск на 3 недели. Обратите внимание на левый нижний угол. Если вы хотите научиться создавать дизайны в акварельной технике, нажмите на зеленую стрелочку и получите подробную информацию о наборе акварельные капли. Перейдем к следующему дизайну. Наносим капли в хаотичном порядке. При необходимости размываем их при помощи обезжиривателя. Выполняется он очень легко, но в итоге получается красивый акварельный фон. Ставьте лайк, если видео вам понравилось, а также поделитесь им с теми, кому оно может быть полезно. Обратите внимание на другие видеоролики, которые появились сейчас на экране.